Здравствуйте, уважаемые любители виноградами. Я хочу вам показать еще небольшой ролик. Сегодня 10 сентября. Мы находимся на участке Елисеева Виктора Ивановича и Елены Васильевны, Белгородская область, Райворонский район, станция Хатмышск. Значит, сейчас я вам буду показывать сорта, которые, ну, можно сказать, ранне-среднего срока, которые, ну, мы считаем, что для нашей средней полосы это уже потолок. Кое-что и еще. Значит, смотрите. Вот это называется форма мускат медовый. Вот. Она уже, конечно, готова. Вот. Я ее не сегодня-завтра буду уже срезать на рынок. Она готова уже дня 3-4 назад. Ну, пока висит отлично, мы ее не трогаем. Я срезаю пока то, что, как бы сказать, надо срезать уже, которая долго висит. Год очень тяжелый год. И много загнивания получается, и много, ну, в общем, нюансов очень много. Такие для лоза вызревать, очень плохо вызревает лоза и на кустах, и на саженцах. Вот, конечно, очень сложный. Сейчас я вам еще покажу один сорт. Так, Василиса 2. Это тоже прививка прошлого года. Вот. Она будет готова дня через 3-4. Ягода крупная очень. Ягода крупная, очень вкусная, между прочим. Вот тоже гроздь. Ну, тут немножечко две ягодки подпорченных получилось. Вот. Так что, Василиса 2. Вот еще вам хочу показать сорт Бронислав. Тоже это, как бы сказать, прививка второго года. Вот уже второе плодоношение на ней. Ну, более-менее в прошлом году были сигналки. В этом году он плодоношение. Ну, он тоже будет, как бы сказать, ранне-среднего срока. Ему еще надо повисеть бы дней 5, грубо говоря. Висит пока нормально, проблем к нему нет. Хочу вам показать еще форму Калугина. Называется «Мелодия». Она тоже будет относиться, как бы сказать, ранне-средним. В принципе, она готова. Вот, ее можно уже срезать. Висит она неплохо. Ну, кое-где одна-две ягодки порченных. Но по этому году это, извините, очень даже хорошо. Хотя она уже полностью готова. Можно ее резать на рынок. Форма Калугина «Мелодия». Красавица. И очень-очень крупная. Просто, просто какие-то гиганты висят. Вообще бомба просто. По внешнему виду. Теперь еще хочу вам показать форму Калугина «Взлетная полоса». Она тоже относится к ранне-среднему сроку созревания. Хрустящая мякоть. Красивая пальчиковая ягода. Висит она неплохо. Ну, практически готова. 2-3 дня и все, можно ее срезать. Еще хочу вам показать кишмиш «Аватар». Ну, вот это сказать кусту третий год. Вот. Ну, чтобы сказать, чтобы сильное плодоношение на нем, нет. Побеги, конечно, мощные. Вот. Ягода, конечно, шикарная. Вот, ну, относится к ранне-средним срокам созревания. Готов будет где-то, ну, числу к 15 сентября. Ну, вот еще гроздь небольшая. Ну, такой, а тут две маленьких еще. Очень красиво, необычный. Очень вкус, необычный. Конечно, изумительный. Да, я сейчас значит, попробую. Все сорта, которые мы вам предоставили, вкусовые качества там отличные. Это то, что я вот сейчас показываю вам сорта, которые то, что мы себе оставляем на ягоду. Ну, ему бы еще повисеть. Да, ну ему аватару висеть числа до 15-го не раньше. Да, ему еще он повисеть. Еще по вкусу. Ну, очень красивый, прям очень. Значит, еще хочу вам показать форму Калугина Алвика Плюс. Конечно, она намного лучше Алвики. Во-первых, чуть раньше созревает, это раз. Ягода, конечно, вкуснейшая. Это куст 2 года, третий, ну тут правда прививка, 2 года прививки. Ягода, конечно, изумительная, висит отлично. Но в принципе она уже готова. 3-5 дней и ее можно полностью срезать. Алвика плюс. Ягоды гигантские какие-то. Значит, любители виноградари, хочу предоставить вам еще очень по просьбе. Я уже его срезала. Где-то, ну, дня 3-4 назад. Абрикосовый. Писанки. Форма. Конечно, грозди были крупные, ягода отличная, но так как в этом году такая погода не очень-то хорошая, поэтому мы старались побыстрее их посрезать для того, чтобы вызревала лоза, потому что вызревание лозы очень сложное. Абрикосовый, отличный, что по вкусу, что по виду, и висит хорошо.
Еще хочу вам показать форму Калугина императрица. Она, да, ранне-среднего срока, она вытягивает нормально. Ну что ж, тут слов нет. Шикарно. Вот третий год уже плодоношения у нее. Что ягода, что гроздь, и вкусовые качества. И висит отлично. По этому году нету ни тресканья, ни горошения нету. Конечно, форма отличная. Есть кое-где порченные ягодки, но по этому году это нормально. Выглядит, конечно, она восхитительно. Очень-очень крупная, набитая, накачанная такая. Такая мощная-мощная. То есть императрица, конечно, ну вообще, я честно говоря, в шоке. Вот Алвика плюс и императрица, вот это, конечно, красавец. Такие из крупняков, еще мелодия. То есть вот восхитительно просто. Дорогие друзья, ну так вот коротенько сняли. Будут какие-то вопросы, звоните, пишите мамке на WhatsApp по поводу винограда. Также продолжаем принимать заказы на саженцы винограда и на саженцы деревьев. Многие сорта уже распроданы. Вот, так что, если что нужно, звоните, уточняйте, пишите. До новых встреч!